Там что? Что там? Пилить много? Вот сюда мы стремились с ребятами попасть. Это мы, короче, через Амыл в Улуко пробрались. Вот ребята предлагают опять здесь разобрать залом, сделать дорогу. Армянштрасса. Вот еще два армянских рабочих. Вахту записали, реки чистят. Ты сильно затянули? Прошли 150 метров. Юра, ты, может, ее сюда закинешь лучше? А если он не поможет? Что сделать? Закинул. Все. А все, не надо. Убирай их, ну, потому что там трассы сразу у нас. Давай. Допустить тебя? Пилим, пилим. Сейчас поедем тут. Юра! И чё ты её уронишь, и чё будет? Там зажимать будет. Ну аккуратно, там надо бревно маленькое пилить. Её в сторону, но... Вот теперь туда и все, бахнет. Ее в сторону отведи, а вот это даже не будем трогать.
Юра, ее надо на другую сторону. Леха, давай бензопилой, я здесь сейчас посередине возьму ее. На камеру, Юр. Юр, на. Что давай тут делать? На. Лить? Ну, а потом кусочками. А? Здесь. Дальше. Она тут ветками сядет, нет? Ее вообще покрошить надо. Полам ее били. А здесь и били, где стоишь. А?
быстрее запиливай и хватит, вытащим. Масла нету, спи. Парни, не остановись. Чего дым идет? Вид серьезный у него. Эту палку не забрали на берег? Да, палку. Вот это? Не слышу, не слышу. Старый, погиб. Что будет? Вот. Саня, что ты не одел свои? О, там ходит. Я один не буду. Дай. Ну куда, куда, куда? Вы что, на свободу вырвались, хотите сказать, молодые люди? Дай бог, дай бог.